Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха про зомбари. И называется она Night of the Dead. Ночь с мертвецами. Дело в том, что очень много вопросов, а где же зомби Acer, а когда же зомби Acer. Но я уже много раз об этом говорил, что зомби Acer сейчас в разработке и нету прохождения, нету продолжения игры, мы ее ждем. Но пока давай посмотрим на эту игруху, что же она из себя представляет. Итак, мы очутились в поле. Никакой предыстории, что мы здесь забыли. Что мы тут делали? А, тут, скорее всего, было убежище. Мы прятались в убежище, а потом из него вышли. Надоело нам убежище. Уничтожьте автомобили, чтобы получить кусок железа и сделать револьвер. Ну, короче, какое-то оружие. У нас есть только ножик. Вот такой вот ножик. Он у меня в руках. Мы с тобой какая-то девочка-выживальщица. Вот автомобиль. Давай попробуем его разобрать. А, ручками? Ножиком разбираем автомобиль. Нифига себе. Сняли двери. Прикольно. А, колеса... Нет, колеса не сняли, я думал. Колеса снимем, на кирпичи поставим тачку. Так, хорошо, железо у нас есть. Уничтожьте бумажную коробку, чтобы получить материал для исследования. А где бумажная коробка? Подожди. Есть еще вот тут металл, давай тоже сломаем. Она бочку разберет, что ли? Капец, ножиком бочку ковырять. Это ж надо было до этого додуматься. Ну, видимо, в будущем это в порядке вещей. О, а вот и коробка картонная. Сейчас разберем, и откроется какое-то исследование. Офигеть, только вышли и сразу начали тут все ковырять, разбирать. Ну, в принципе, так и надо делать, чтобы выживать. Непонятно только, почему я вышел один с этого убежища. Оно выглядит довольно массивным и большим. Уничтожьте буш, чтобы получить ветвь дерева. Буш, буш, Джордж Буш. Буш, наверное, это дуб. Ну, давай дерево любое возьмем, вот. Или, что такое буш? Я вот не уезжаю, что такое буш. Надо было на английской версии играть. Эх, тут есть какие-то цветочки. О, погоди. Так. А, это не цветочки, это грибочки. Ну хорошо, соберем. Будет что погрызть вечерком. Буш, буш, буш. Что ж такое буш? Давай вынем ножик и побьем по дереву. О! О! И что, я срублю дерево, нет? Надо потоньше дерево найти где-нибудь, потому что это слишком большое, я его точно не срублю. Тоненькое дерево. Вот, смотри, есть. Есть. А вот тут вот что это такое? Это чемодан? А, это книжка какая-то. Давай ее тоже разберем. Вы достигли новой страницы. Проверьте журнал. Хорошо, как открыть журнал? А, во. Можно получить необходимые... Подожди, что там ходит здоровое такое? Вон, смотри. Это что, орел такой здоровый? Нифига себе, он ростом с меня. Какой-то птеродактиль переевший. Так, ладно, читаем журнал. Можно было получить необходимую информацию, чтобы выбраться. Подсказка номер один. Идите к координатам 1540 1787. Вы можете получить необходимые предметы на втором этаже исследовательского центра. Ну и дальше по-английски. А по-английски мне лень читать и переводить, поэтому все. Пойдем мы потом по этим координатам. Как насчет веточки? Давай, сломай ее. Вот, пошла жара. Хотя нифига не пошла. Где мне ветвь достать? Чтоб их... Ветвь дерева. Я понимаю, что ветвь дерева. С какого буша мне его достать? Ладно, короче. А как мне координаты определить? Подожди, координат 1540 1787. У меня компас такие координаты даже не показывает. Это где? Есть у меня карта какая-нибудь? Во, карта есть. Так, смотри. 15... Чё там было? 1540 1787. 1540... Значит, 15 вверх, 15-40 вниз. Тут даже цифр таких нет. И посмотри, 29 последняя. И как мелко все написано. Ужас, ужас. Короче, я понял, будем идти наобум. Разбирать коробки, разбирать бочки. А что нам еще остается? Мы какие-то, знаешь, утилизаторы мусора. Хорошо. Тачку, конечно же, обчистим. Че нет-то? Снимем сейчас у нее багажник, двери. Давай шустрее. Во! Вроде все хорошо. Слушай, а может быть вот это буш? Давай попробуем его сломать. В принципе... О, наконец-то! Вот что такое буш. Создайте валочный топор. Вот, я открыл свой инвентарь. Отлично. Ой, штаны могу снять? Ну-ка. Нифига себе, в шортиках буду бегать. Ничего себе, прикол. Ладно, оденем даму-мадаму обратно. Что ж мне нужно сделать валочный топор? У меня все для него есть, крафтим. Крафтинг фейлд. Почему? А, камня нет. Маленький камень нужен. Все ясно. Пойдем добудем маленький камень. Вот, например, возьму его. Хотя он выглядит не как маленький. Он какой-то здоровенный, здоровущий. Так, валочный топор. Крафтим. Все, топорик у нас есть. И что? Гвоздь. +5. Уничтожьте деревья, чтобы получить бревно.
Так, я не понял, я что тут? Я в какой-то Майнкрафт, что ли, попал? Или что? У меня тут зомби-апокалипсис вообще-то. Мне выживать надо. Я думал, побегу сейчас до какого-нибудь центра города или еще что-нибудь, и там буду выживать, убивать зомбари. Ну ладно, давай вот березку срубим. Че уж. Раз надо, так надо. Отлично, береза рассыпалась, как сахарный песок. Я получил лозу, бревно и листья. Создайте фундамент. А, то есть не отходя даже от своего убежища, я буду сейчас строить дом. Свой собственный дом. Ну хорошо. Значит, попробуем построить фундамент дома. Так, флор, вот, пол. Фундамент. Срубили еще одно дерево. Как оно рассыпается, конечно, это просто эпично. Такое ощущение, как будто тут уже уголь образовался, и можно это поджигать. В общем, все, с бревнами у меня все. Сейчас можем поставить здесь фундамент. Вот он, фундамент. Build. Значит, мы можем его углубить. Это максимум углубить. Максимум поднять и построить. Сейчас мы его развернем, конечно же. И вот тут напротив тачки его поставим. Типа тачка это будет продолжение нашего пола. Да? А чё бы нет? Вот, строим все его. Ну-ка, ну-ка. Ну ничего себе. Материал для исследования номер 5 открыт. Или что там было написано, непонятно. Так, могу апгрейдить вот это вот, что я построил. Давай залезем сюда. Ага, залез я. Так и размечтался. Нужна лестница. А, ну так там и написано для... точно. Сделайте лестницу. Ну конечно, сейчас мы ее построим. Так, 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 так. Нам сюда, вот лестница, простенькая лестница, там нужно бревно и лоза. Пойдем рубить деревья, что еще-то делать? Ель срублена, получил два бревна, ветвь, а вот лозу не получил. Бревно, листья, ветвь, дерево. Да блин, где лоза? А, погоди, а лоза разве у нас не с маленьких кустиков? Дай-ка вот это деревце срубим. Бревно, ветвь, дерево, листья, да что ж такое-то? А как насчет вот этой вот здоровенной березы? Давай попробуем ее срубить. Или это дуб? Белый дуб, скорее всего. Куски дерева прям отлетают. А то-то мне вообще нравится. Так, мы сломали это. Все-таки это береза была, да. Чего? Апельсин с березы упал? Подожди, это как? Вот смотри, апельсин восстанавливает плюс 5 здоровья. Апельсин, который можно получить из природы. Но не из березы же. А еще знаешь, что прикалывать? То, что вот эти вот маленькие веточки я топором рублю, как большие деревья. Ну вот по идее, она должна была упасть с двух ударов. Но я долблю ее, как огромное дерево. Наконец-то я сломал и ветвь дерева... Бревно... Лоза... Наконец-то лоза! Да что ж такое-то? Как я долго искал. Макароны мне в уши. Отлично, все. Можно наконец-то сделать лесенку. Переходим в строительство. Вот такая чудная лесенка у нас будет, разворачиваем ее, утапливаем. И, о чудо, теперь я могу подняться. Это убираем. Теперь я могу подняться на свою платформу. Офигенно, чеширский кот, ёхарный. Теперь я буду щемиться от зомбарей здесь, меня никто не достанет. Включите и выключите свет. Зачем это нужно? У меня еще стен нет, зачем свет включать, тем более еще день. Ух ты, как фонарик светит, слушай. Фонарик светит? Нет, он 360 не светит. Он светит настолько, насколько поворачивается моя голова. А дальше мой внутренний голос говорит, проверь карту. Ну давай проверим карту. Тут ничего нет. Создайте стол для изготовления оборудования. То есть я проверил карту, и потом мне в голову пришла мысль, надо бы стол сделать. Ну хорошо, для стола нам нужно 10 камней. Пойдем камни собирать. Блин, это реально какой-то Майнкрафт. Когда я уже зомбарей пойду мочить? Хожу тут камушки собираю. Хожу я такой, хожу, собираю тут камушки и даже не заметил, как я подошел к какому-то районному центру. Тут вот дом заброшенный, обрушенный. И ты слышишь эти звуки? Такое ощущение, как будто там обгладывают чьи-то косточки. Ух ты, а вот и зомбарь первый. Пойдем попробуем его мочка. О, нифига себе, их там отряд целый. Так, хорошо, что они меня не унюхали. И хорошо, что я сегодня голову Хелдер-Шолдерсом этим не мыл, а то б точно запах до них дошел. Не, конечно, если бы там был один зомбарь, я бы пошел его топором зарубил, но их там куча. Так, у меня, в принципе, все готово, как насчет построить стол. Стол для изготовления оборудования. У меня все вроде бы есть. Давай построим. Построю его здесь, на фундаменте своем. Вот.
А можно его там на полу? Во, и на полу можно. Так давай на полу и сделаем, так удобняк будет. К тачке его прижму вот так, и все. Готово. Стол для изготовления оборудования. Сделай лук. О-о-о! Реально, лук нужен. Что там нужен для лук? Лоза. Черт возьми, долбанная лоза, снова ее добывать. Что бы такое срубить, чтобы она у меня в большом количестве появилась? Во, вот эти штуки давай попробуем срубить. Лоза плюс 2. Отлично, вот с этих штук, маленьких кустиков, падает огромное количество лозы. Все, лоза у меня есть, пойдем крафтить лук. Эх, лук, лучок, золотая луковица. Все, лук у меня готов, но нет стрел. Нужно будет еще сделать стрелы. А где их сделать? Как их сделать? Блин, вот я сделал лук, а походу стрелы не нужны для него, да? Нет, я стрелять с него не могу, нужны стрелы. Я думал, что меня сейчас научат делать стрелы, но нет. Нафига мне стрелы? Лук сделал и радуйся этому. Теперь делай спальный мешок. Что происходит с этим миром? Зомби-апокалипсисом долбанным. Ладно, спальный мешок. Где бы он мог быть? Наверное, где-то здесь. Флаг, спальный мешок. Отлично. Мне нужно кусок ткани. Ткань вот тут вот есть. Я могу ее как-то разобрать? Эй, ткань. Блин. Походу, мне нужно что-нибудь разобрать. Например, машину, да? Ну, пожалуй, я возьмусь за бочку сперва. Кусок железа. Так, хорошо. Картон. Может быть, картон мне даст ткань? Хотя я сомневаюсь. Кусок ткани. Реально, кусок ткани и материал для исследования. Жесть. Картон дает ткань. Я вообще не понимаю эту игру. Здесь логики вообще ноль. Дайте мне еще одну картонку. Мне нужна ткань. Слушай, по всей видимости, тут больше нет картона. Придется идти к зомбарям в гости и просить у них соль и картонок. Хотя прежде давай тачку разберем, посмотрим, что выпадет с нее. Кусок железа, масло, кусок ткани. Да, и когда ты разбираешь машину, там тоже можно получить ткань. Но тут как бы более логично, потому что в машине есть материалы. Там очень много материалов. Что ж, у нас все. Я могу сделать себе спальный мешок. О, стул. Какой-то это. Панковский стул с цепями, смотри, похоже на пыточную какую-то. Так, спальный мешок. Конечно же, спальный мешок я сделаю на втором этаже, вот здесь вот. Если можно, я бы поставил на крыше тачки, но нет, нельзя. Значит, спальный мешок. Все, спальное место у меня готово, отлично. Я могу поспать, давай я попробую это сделать. А я не могу спать. Потому что я полон сил и энергии. Создайте ловушку для мелких животных. Ну, давай попробуем сделать ловушечку. А что у нас в рейнже? Ух ты, метатель шипов, катапульт, огнемет, ничего себе. Вот, animal, животные. Ловушка для мелких животных. Вот это вот нам нужно. Семена нужны и листья, а также камни, а валуны. Если все остальное я знаю, где добыть, то семена кто ж их знает? Может быть, с таких вот кустиков семена упадут? Лоза, листья, нет. Там вот есть, смотри, блин, нужны какие-то цветы, что ли, или... Может быть, грибы или... Где можно достать семена? Надо хорошенько подумать. А еще, мне нужно найти большой валун. Это не вот такой вот маленький камушек. Мне нужен здоровенный валунище. Во-во-во, смотри, наверное, вот это вот и есть валун. Но он слишком большой для меня. Опачки. Ой-ой-ой, медведь! Где мой топор? Твою ж налево! Медведь! Вот это конкретный попадос. Кто бы мог подумать, что тут рядом ходит медведь? Благо я сохранился перед тем, как пойти на поиски этого долбанного валуна. Кто бы мог подумать... О, я еще и лук просрал, отлично. Ты посмотри, все, что у меня осталось теперь, это ножик и топор. И на этом спасибо. А если я подойду к своему трупу? Ой, там медведь меня доедает. Не-не-не-не-не-не, Миша, ты отстань, да что ж ты такой, а, нелепый. Да что ж ты такой вредный, о, близко было. Очень близко, медведь бежит за мной. Залазим сюда. Надеюсь, он тупенький и не полезет за мной. Да ты посмотри, какой умный медведь, ты что ж такой-то, надо его подальше отвезти. Подальше, нет энергии больше. Я не могу бежать. Вот это поворот, а. Вот это капец. Бежим змейкой. Это техника американских войск. Когда ты бежишь змейкой, тебя трудно убить. Но обычно это действует для дальнего оружия, для огнестрельного.
поскольку медведь у нас... Пойдем к зомбарям забежим, а в гости на тусы-мусы. Может быть, их медведь раскидает. Здорово, ребят. Как у вас тут жизнь? Как дела? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, там что-то началось, там что-то началось. Медведь, бей зомбарей! Медведь застрял. Да что ж ты будешь делать? Я могу тут выпрыгнуть? Выпрыгиваем в окошко. Во! Ух! Там тусовочка на... О-о-о-о-о-о-о-о-о! Вот сейчас бы мне пригодилась апельсинка. Все, капец. На меня и медведь согрелся, и зомбарей. Это шикарно. О-о-о-о-о-о. Давай. Ну ладно, чё. Я думал, там уже битва началась. Зомби против медведей. Так, я появился здесь. Смотрим туда. Зомбари едят мой труп. Медведь куда-то убежал. Теперь у меня нету топора. Я просрал все в своей жизни. Все, что я тут упорным и своим потным трудом делал, я все просрал. Это печаль. Пойдем сходим туда. Надеюсь, медведя там нет. Посмотрим на свой труп. Возможно, все ингредиенты валяются где-то здесь. Хотя... Вот тут что это такое? А, это грибы. Это грибы. Где я сдох? Мне нужен кусок железа, чтобы сделать топор. Я бегу в центр района этого местного. Зомбари, слава богу, убежали. Это меня очень радует. А, вот как мой труп-то выглядит. Огромный чемоданчик. Значит, после стычки с медведем мой чемоданчик где-то должен лежать. Вот он чемодан, я нашел его. Он лежал в траве, это было сложно, но я его нашел, тем не менее. Забрать все. Отлично. Значит, все мои предыдущие потуги были не напрасны. Продолжим строительство ловушки для мелких животных. Тут написано, что семена мы можем получить с деревьев и кустов, что логично. А вот этот валун мы можем получить при раздроблении валуна. Получается, что нам нужно раздробить какой-то здоровенный камень. А чтобы это сделать, мне понадобится кирка. А этап обучения кирку пропустил. Но мы же с тобой логически мыслящие чуваки. Поэтому кирку мы сделали. И пойдем сейчас добывать этот валун. Вот, например, вот тут, смотри, камни какие. Попробуем раздолбить их. Так, кусочек камня отвалился, еще отвалился. Подожди, я могу это взять как-то? Нет, не могу пока. Надо окончательно развалить вот этот здоровенный камень, и тогда я что-то смогу собрать. Блин, ну как тут все отлетает, это вообще классно. Мне нравится. Все, по всей видимости, я сломал. Во, наконец-то я сломал. Железная руда, кусок железа, порох я получил. А валун? А как же валун, ребят? Ладно, давай доломаем. Валун, наконец-то мы добыли валун. С этого небольшого кусочка камня. Теперь, значит, берем топор и начинаем дубасить деревья, чтобы раздобыть семена. Ну-ка, ну-ка. Бревно, листья, семена. Наконец-то начали падать семена, это очень здорово. Наконец-то! В траве я нашел семена. Чудо! О, чудо! Мы можем сделать для животных, для мелких животных ловушку, наконец-то. Ура! О, блин, медведь, чтоб как вот ты подкрался! Assassin's Creed недоделанный, стелсер ты хитманский! Господи, как ты прыгаешь! На тебе топором! Может, я его все-таки зарубить смогу? Нет. Скорее, он меня зарубит. Блин, я так обосрался, он так подкрался. Я думал, там кролики какие-то бегают возле меня, когда услышал такие шашки. А тут здоровая туша на меня накинулась. Так, ждем, пока он уйдет от моего чемоданчика. Все, эта мохнатая задница убежала далеко относительно. Смотри-ка, он в засаде. Он ждет, пока я подойду к чемодану, чтобы накинуться на меня заново, да? Все, я собираю. Я все забираю. Вот так вот. Капец. Почему я делаю ловушку для мелких животных? Я бы сделал для большого какого-нибудь медведя. Поднимусь немножечко вот сюда, где тут лесочек. И вот тут вот в лесочке я, пожалуй, поставлю эту ловушечку. Вот так вот. Все, отлично. Все построилось. Вот так вот она выглядит. Палка и большой валун, который придает маленькую зверюшку, скорее всего. Создайте стол для исследования. У меня же уже есть столик. Вот он, стол для исследования. Нужны канат, деревянная доска и пилматериал. Что ж, придется нам сделать стол для изготовления материалов. Вот так вот он выглядит. И нам нужен валун. Вот со, я все добыл. Значит, ставим этот ремесленный стол.
Точнее, не ремесленный, а стол для изготовления материалов. Какой он здоровенный, да? Давай поставим его вот так вот. Готово. Блин, столько места занимал на рисунке. Ладно, посмотрим, что я могу здесь сделать. Деревянная доска есть. Теперь делаем пил материал, две штучки. Но знаешь что? Здесь нельзя сделать канат. А канат, собственно, делается вот на этом столе ремесленных изделий. Что ж, строим еще и этот столик. Поверну его вот так. Отлично, все у нас есть. Делаем канат. Пожалуйста, две штучки. А две штучки не получится, потому что у нас мало ткани. Нужно где-нибудь ее раздобыть. Пойдем в деревню. Будем добывать ткань. Хреново, конечно, что у меня из оружия есть лук без стрел. Есть топор и кирка, но они очень неэффективны против зомбарей, я так думаю. Вот, наконец-то я нашел ткань. Несмотря на то, что это коробка. Сразу заберем еще железо. Решил еще сразу забежать к ловушечке, посмотреть, нет ли там кого-нибудь. А то жрать как-то уже хочется. А вот и ловушечка наша сработала. Лисичку мы поймали. Давай достанем. Отлично. Перезарядим нашу ловушку. Для этого нам нужно просто найти семена. Все, я нашел семена. А пока я их искал, уже, блин, стемнело так знатно. Короче, перезаряжаем нашу ловушечку. Вот так вот. И чешем своими булочками обратно домой. Ну что, вроде бы все. Я все материалы собрал для крафтинга стола для исследований. Ага. И поставим его вот здесь. Готово! Балдежный стол со столиком на улице. Давай посмотрим, что я могу тут исследовать. Нифига себе. О, двуручный меч. Труба, сюрикен. Вот это, конечно, классно. Могу я исследовать? Могу. Смотри, что еще можно на первом уровне прокачать. Уничтожение деревьев. Повреждение деревьев плюс 20%. То есть это ускоряет уничтожение деревьев. Есть еще охота на животных. Дополнительное повреждение животного плюс 20%. Это против медведей, по всей видимости. Так, ну что. Могу обучиться... Вот это что такое? Навоз. Могу обучиться готовить еду. Наверное, все-таки лучше взять оружие. Изучить. Ух, блин, как уже темнеет. Смотри, закат. Короче, нам нужно сделать маятник. Непонятно для чего. Вот так вот он выглядит. Нифига себе мощно. Блин, а он мне в принципе может помочь уничтожить всех зомбарей в том здании. Мне кажется, ли кто-то бежит? Кто-то бежит. Зомбарь бежит! Так, хорошо, не паникуем. Ты чё ко мне в дом приперся, а? Ну пошел вон! Блин, скотина. Нифига себе он быстрый. Я даже так бить не успеваю. Так, достаем ножик. Ножик, ножик, ножик. Если я буду ножиком его быстро лопатить, возможно, он меня не достанет. Да, фух, я уложил зомбаря. Первого зомбаря. Слушай, ну они реально очень мощные. Тогда стоит скорее сделать ловушечку. Итак, каната мне нужно побольше. А для того, чтобы его сделать побольше, мне нужен картон. Врубаем, значит, наш фонарик и почесали. А, это вон, птица. Я шуганулся. Ночная вылазка в деревню. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот это не круто. Он меня, походу, запалил из-за фонарика, да? Давай-ка отключим фонарик. Черт возьми, меня спалили. Ой-ой-ой, бежим, бежим скорее. Интересно, от них убежать-то можно, в принципе, или нет? А мчимся со всех ног. Но, по всей видимости, я убежал от них. Да, фух. Короче, я думаю, что стоит закругляться, потому что... А вообще, может быть, поспать стоит, а? Как ты думаешь, я могу поспать? Не, не могу. Ну и ладно. Короче, давай на этом закругляться. Игруха мне понравилась. Единственное, что обучение слишком затянулось. Но есть одно логичное объяснение. Дело в том, что у нас нет оружия. И пока мы его не сделаем, мы никуда не пойдем. В общем, если тебе эта игруха понравилась, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. Ну а на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.